Всем привет, это велосипедное телевидение, и сегодня ролик про толерантность или про терпимость. Про велотерпимость. На написание этого ролика меня сподвиг случай, который произошел буквально на днях. Я собирался прокатиться в группе велосипедистов, там собираются совсем незнакомые люди. Я стоял, ждал, когда приедет основная группа, и рядом со мной стоял тоже мужчина, который собирался кататься. И вот он ходил вокруг моего электровелосипеда, ходил, потом не вытерпел, подошел, спрашивает: это электровелосипед? Я говорю: да, это электровелосипед. И он заявляет: вот у нас в группе есть у мужиков нормальные МТБ-велосипеды. Я думаю, что вот этот, показывает на мой велосипед, он развалится, если дать ему серьезную нагрузку. Я отвечаю: да, конечно, он развалится. Куда же этому велосипеду? Да, велосипедов МТБ ваших мужиков. Притом дам небольшую справку, что это немецкий велосипед Propet Graveler. Propet достаточно известная фирма. Он двухподвес. Это модель 2023 года. И все-таки я думаю, что она будет получше модели велосипеда, на котором приехал этот самый мужик, мужчина, который давал мне рекомендации и характеристики и оценочные суждения моего велосипеда, хотя я об этом его не спрашивал. Такие ситуации, я думаю, возникают не только со мной, но и с моими подписчиками, я думаю. Когда люди, если я приезжаю на шоссейном велосипеде и не на контактах, мне говорят: ха, шоссейный велосипед, а почему не на контактах? Надо на контактах кататься. У меня есть контактные педали, я умею, знаю, как кататься на контактных педалях. Но вот в этот раз я решил приехать на топталках. Почему я должен это все выслушивать? Или когда мне говорят: о, электровелосипед, что это ты электровелосипед себе купил? Надо же хардкор, надо же жесть, нужно же вкручивать педали. Ну так слушайте, если вам нужно вкручивать педали, купите себе велосипед с квадратными колесами, тогда еще тяжелее будет вкручивать педали. То есть если для вас задача получить как можно больше ада, боли и нагрузок, ну ставьте себе квадратные колеса и вкручивайте. А я хочу от поездок на велосипеде получить удовольствие. Или когда видят меня в шлеме, говорят: о, ты чё, дурачок, в шлеме приехал? Да в наше время, в детстве, никто не катался в шлеме. Ну вот как реагировать на все эти вещи? Еще раз оговорюсь, что я думаю, что не только я получаю такие комментарии и такие советы. Это даже не советы, это такие жесткие рекомендации от типа знающих мужиков. Какого цвета должен быть велосипед? Какого диаметра должны быть ваши колеса? Обязательно должны быть 29-е колеса, а не 27,5, как у меня. Что это? У тебя МТБ велосипед? Надо было 29-е поставить. Да почему надо было? Кому надо было? Мне надо было 27,5, я их и поставил. Какого цвета должны быть лосины, в которых вы приезжаете? Я это к тому, что 10 раз стоит подумать, прежде чем давать кому-то какие-то советы. Может быть, человек больше вас разбирается и знает в теме. И когда вас не спрашивают, не стоит лезть со своими советами и указаниями. Друзья мои, я считаю, что от велосипеда надо получать удовольствие. И от езды на велосипеде надо получать удовольствие. И покупайте велосипеды того цвета, который вам нравится, тех марок, которые вам нравятся. Одевайте шлемы, одевайте велоформу тех расцветок и тех фасонов, которые лично вам нравятся. Получайте удовольствие, а не старайтесь соответствовать чьим-то ожиданиям или чьим-то каким-то фантазиям. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, пишите комментарии. Вот пишите комментарии, напишите, вам дают, и как часто вам дают такие советы, и как вы на них реагируете. До новых встреч!